Здорово, друзья, это Ник86, и в этом видосе будем обрабатывать арки у этой тачки. В общем, как помните, задние арки я давным-давно обрабатывал. Теперь нужно обработать передние арки. А что нужно для этого сделать? Спустя 15 лет нам нужно снять лакера, посмотреть, в каком все состоянии. Потом, если где есть ржавчина, все обработать и обработать какой химией. Для первичной обработки ржавчины я взял преобразователь ржавчины Master Wax. Потом пойдет в ход паста КППС. Дальше. Нам нужна грунтовка. Цинконаполненная. Так, краска в цвет. И самый смак. Самое главное, что нам нужно, это антигравий. Этот антигравий самый лютый. Так, что тут написано? Защита от сколов, окрашиваемый, морозостойкий и быстросохнущий. Вот это нам и нужно. И потом у нас что идет? Вот. Если будем обрабатывать задние арки дополнительно, то можно обработать этим антигравием. Он более простой, но, кстати, очень надежный. Я обрабатывал Весту. И после этого все идет мастика. Бастион. Очень классная, очень живучая. Ну и нету тут дыр, как ты боялся, как я тебе и говорил. Вот здесь что ли, наверное? Нет, здесь этот резинка, а это что такое? И съешные поворотники. Это я отключил, это все нормально. Они не нужны, да? В общем, все окей. А здесь все нормально, отмоем, да, этот. Ну все, моя душа спокойна. Здесь нет ржавчины, только сюда. Теперь нужно купить защиту. Машина с 2007 года. И смотрите, как типа гниют тазы. Все хорошо. Ага, пошел, пошел. Так, здесь дыры нету. Там дыры нету. Ну а ты боялся, пап, тебя вот пугали. Все окей. Все крепко. Плюс еще Master Wax возьму, обработаю. Прям вот самую дорогую бронь взял. Так, и все будет супер. Вот такую нужную защиту туда. Так, и все будет супер. Вообще огонь. Итак, опять взял такую пасту КППС, которая меня всегда спасает. Вот. И нужно здесь обработать. И пусть дня три все это обрабатывается. Прям жирненько. Все. Ну что, ребята, смотрите, спустя двое суток я еще обработал. Вот так все получается. Металл уже белеет. Белеет. Но ржавчина все равно остается. Но я не буду ее вышкуривать, потому что смысла нету. Здесь поможет только пескоструй или какая-нибудь вот такая вот химия борзая. Как помните, 2 месяца назад этой химией я обработал задние арки. И пока все хорошо. И причем прошел сезон дождей. Дожди были каждый день. Так что химия работает. А здесь конкретно была жесть, вы помните. Итак, ребята, смотрите, сначала я почистил щеткой остатки. Теперь беру обезжириватель универсальный Master Wax. И вот им. Прям не жалею. Все обезжириваю. Потому что пушка ни хрена толком не отмыла. И пришлось щеткой все дорабатывать. Пусть стекает. Ну что, начинаем все обрабатывать. Ну-ка. И вот таким неприлично толстым слоем можем все закинуть. Блин, а закинуться вообще огонь. Мне нравится. Смотрите.
В 2-3 слоя надо. Вот так все. Вообще огонь. Также вот тут вот заводом не обработано. И здесь вот надо много. Особенно нужно обрабатывать эту сторону из-за того, что здесь подкрылок ничего не закрывает. Пескострой именно здесь. Ну, смотрите, обработал, все. Антиграем больше обрабатывать не буду, теперь нужно мастикой. Но перед тем, как обработать мастикой, нужно обработать мне здесь цинкозащитным грунтом. Вот так вот. Всю арочку. Так, ребята, смотрите, теперь обрабатываю вторую сторону. Тоже жирно. В общем, один такой баллон на две арочки. Нет. Антигравий. Это что, антигравий, пап? А что, один пустой, что ли? Один баллон на две арки, и он пустой, все. У меня их четыре. Это обезжириватель. А, я им обрабатывал, да, щели, да? Да. Ну, ребята, в таком духе обрабатываем всю арочку. Ну что, после того, как тут все обработал, вот, нужно все закрасить. Вот здесь вот. Так. В цвет. Ну что, ребята, было решено здесь не покрывать мастикой, потому что здесь и так антигравия очень-очень много. Но все, все мы здесь обработали. Здесь, получается, все закрасили. И ставим подкрылки обратно. Да, и желательно сюда пушсалу накидать. Папа, а у тебя пушсала там же осталось? Давай одну баночку сейчас сюда вольнем. А вот смотрите, такое хорошее отверстие. О, пошла жара. Разогреваем пушсало. Наверное, уже разогрелось, да? Нет еще. Хорошо горит. Только сверху. Ну да хватит, и... а потом еще нагреем. Только не ошпарь меня. Давай-ка сам, пап. Там много не надо. Ну, в принципе. Ну давай еще чуть-чуть. Мелко, что ли? Ну и все. Пусть растекается, да? Это на ту сторону давай? Да, это на ту сторону давай. Пойдем. О, закипело, смотрите как. Пойдем. Ну-ка. Да. Все окей. Попало? Попало. Еще нагреть? Не надо. Итак, смотрите, перед полностью готов. Все в ажуре, все по красоте. А теперь нужно обработать задние арки. Как помните, года три назад, уже точно не помню, здесь я обрабатывал антигравием Куга. Слетело все, хотя я хорошо обезжиривал. Так, ну что, сейчас я все обезжирю и начнем все покрывать. Ну что, ребята, здесь антигравий будем использовать самый простой. Это еще старая упаковка. Ну что, поехали. Тот, кстати, жирнее бьет. Этот экономичней. Но нужно толстым слоем. Прям не жалейте. Пол баллона на одну арочку. Вот так. Так что здесь за стойкой. И идем наверх. Ну и все, ребята, второй слой. Все уже готово. Самые такие мощные места, мощное все заантигравил. Так, ну вот там еще посмотрите, где не попал, сейчас еще раз пройдусь. Итак, ребята, задняя правая арка.
В принципе, все окей. Только в том месте ржавчина пошла маленько. Я цинкарем обработал. И после этого обработаю все грунтовкой. И начнем покрывать антигравием. Ну и заодно обрабатываю те места, где ржавеет. Чтобы, если что, потом можно было все открутить. Ну и там. Все. Ну что, грунтуем. Кстати, этого баллона хватает на все арки. Хорошая штука. Ну и все. Сейчас отгрунтую. То есть антигравием покрою и все покажу. Тут уже мало осталось, как раз дотал его надо. Заметил то, что если делать вот такими круговыми движениями, покрывается намного лучше. Прям толстый-толстый слой. И закрываются все дырочки от саморезов. Итак, наблюдаем такую красивую картину. Вообще просто все огонь. Закинул очень-очень большой слой. Так, здесь, надеюсь, тоже все хорошо. Так, еще без света посмотрим. Просто вообще черная дыра. И очень-очень-очень-очень толстый слой везде. Особенно ту сторону, которая всегда цепляет обочину. Нужно хороший слой дать. Ну все, все, ставим на место и все. Ну что, друзья, товарищи, вот такой грязненький. Но зато все мы тут замутили, все мы тут сделали. Еще раз давайте посмотрим, что здесь. Вообще просто пушечные саморезики новенькие закрутили. Все, машину обработали. Самое главное, я довольный. С пузом. 15 лет еще можно ездить и вообще ни о чем не думать. В общем, из косяков, как вы видели, маленькая ржавчинка там, здесь. И маленько пострадало крыло. Но это, в принципе, за 15 лет полная фигня, полная. И то там дыр нету. Но заржавел, маленько заржавел. Мы все обработали, и еще будет долго-долго ходить. Ну все, на этом все. Мастер Вакс, вот такая химия, очень сильно мне нравится. Пользуюсь уже второй год. Все четко. Все, всем удачи и пока. Все крутые ссылочки будут в описании с промокодом NIK86.